Это Predator Orion 9000. Наверное, самый мощный компьютер на сегодняшний момент. Смотрите, в чем соль вообще? Самая младшая комплектация этого компьютера будет стоить $2000. Реально. И корпус вот такой вот по-любому будет тоже у вас в комплекте. Самое прикольное в этом корпусе что? Что это разработка Acer. Вот так вот все очень просто снимается, да? И вот эта сетка, которая здесь, это не просто сетка, это инженерная разработка. Они сделали так, чтобы никакие магнитные помехи не могли влиять на работу вашего компьютера. То есть она не просто так, она защищает компьютер. Но пока что она нам не нужна, мы ее немножечко отложим. Комплектация может быть разная, но здесь стоит Intel Core i9, две видеокарты Radeon Vega. И сюда можно поставить еще две такие же видеокарты. То есть Radeon'ов здесь может быть 4, NVIDIA здесь может быть только 2. Вот мне так сказали. Что они сделали? Для того, чтобы была лучшая продуваемость в корпусе, они убрали вот здесь лотки всякие для жесткого диска, оставили только вот здесь. Как видите, здесь стоит водяное охлаждение от Cooler Master. Они сказали, что они доверяют этой компании, и вот именно с Cooler Master у них получилось хорошее сотрудничество. Оперативной памяти может быть до 128 гигабайт. И я даже не знаю, для каких целей может быть такое количество оперативки. Тем не менее, чем больше, тем лучше. Мне всегда так мама говорила. Больше оперативки, значит лучше. И я так и до сих пор и считаю. Корпус, конечно, выглядит ну реально круто. Они не забывают вот эти все фишечки свои, например, вот этот отсек, не отсек, не знаю, крепление для того, чтобы можно было повесить наушники, да, вы можете вот так сделать, вот. Здесь кнопка включения, но там USB-шники и все остальное. И самое главное, колеса и ручки. Ручки, чтобы поднимать, и вот сюда, пожалуйста, колеса, чтобы ездить. То есть вы можете брать этот комп за ручку и себе на DreamHack, на какой-нибудь LAN-пати, где нужно привозить свой собственный компьютер. С этим компом вы можете это делать. А вообще, хватит болтать, друзья мои. На этом компьютере нужно играть. Поэтому я сейчас очень быстро, пока никого нет, увожу его к нам в офис. И там уже мы сделаем нормальный, полноценный обзор. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Это IFA 2017. Меня зовут Макс.